Серия статей в СМИ против Энгельского черкизона, как называли ярмарку в публикациях, перенос остановок общественного транспорта к новому центру, как следствие, росшее народное возмущение. Все это только подливало масло в виртуальный огонь, который в среду вечером стал реальностью. Оттого первое, о чем говорили люди, завидев большое начальство, о защите. Новый рынок? Да. Покровский рынок. Вот, да, есть. Который вся вот это вот всем. Все. Господи, мы уже ждали. По технику, по территории и построили там рынок, там абсолютно даже пожарной безопасности он никак не проходит. Я думаю, с вами побеседую. Сейчас штаб развернул здесь, начальник ОВД. С вами тоже со всеми побеседую. Чтобы понимание было, что это такое произошло. Вот сейчас пожарные говорят. Они свою версию лаборатории сейчас приехала сюда, будут изучать, чтобы все это будем разбираться. Давайте сначала локализуем, потом будем уже про это думать. Понятно. Понятно. Давайте сейчас это сначала сделаем, локализуем, а потом уже будем думать. Да, помогите разобраться. Это давно идет. Занимается начальник УВД. С вами со всеми тоже поговорят, кто там занимался бизнесом и все остальное. Это не так просто. Все, нет, уже знаете, все кругом пишут, это все бесполезно. Я знаю, какая-то сила. Никакой силы. Защитите нас, пожалуйста, от этих плохих людей. Пожалуйста. Хорошо. А это первое утро после пожара. На территорию ярмарки по-прежнему не пускают. А зачем вам туда вообще? Вы сюжет снимаем. Не, я понял, а кто разрешил, сказал или что? Потому что там сейчас экспертная группа работает, вас туда не пустят. Загорелся сначала, получается, маленький ларек, да. Никого не пускали, да, хотя могли бы там как-то огнетушителем, никого не пускали, потому что там ларек был с этими... Газовыми баллонами. Да, зажигалки, баллоны. Ну и все. Половина сгорела вообще или нет? Половина. Ну, больше половины, да. Нормально да? Сгорело там. Да. Сказали, работать не будем, да. Ну, ждем. Народу много здесь? Конечно, конечно. Это самое центральное точно. Проходимое место очень большое, поэтому. Понятно. То есть вы, у вас никаких версий, что произошло? Ну, а как мы можем что-то сказать? Мы разве... Кто мы? Зря молчите. Там баллон нашли, валяющийся. Пожарники. Подброшен под ларек. Это однозначно пожар. Кто-то это сделал. Да. Мы продавцами работаем. Не знаю. Говорят, подожгли. А много сгорело вещей людей? Ну, туда дальше, да. Все сгорело дотла. Просто. А вы здесь, вам повезло? Нам, да. Надеюсь. Сильно вы пострадали? Да, на 20-25 миллионов. И что, какая версия есть, нет? Да нет, какая версия может быть? Что я, вот закрыли, ушли. Потом звонили, что ярмарка горит. Приехали, уже отцепили все. Шубы, дубленки. Ну и своя клиентура была. А сейчас что, на новое место и опять начать снова с нуля. И, ну вот так.